Начинаем очередное занятие. Занятия у нас последние проходили по очень сложной проблеме, по проблеме перехода конечного в бесконечное. Вот. И проблема последнее занятие было посвящено реальному и идеальному. Вот. Ну, поскольку у нас кружок, и вот последнее занятие, поскольку не было Татьяны Валерьевны, я тогда взял на себя смелость все излагать, никого не спрашивал. Сейчас мы придем в обратную нормальную форму. Вот, я излагать не буду, а предоставлю Кириллу Валерьевичу слово для того, чтобы он сам переход изложил, а двум нашим товарищам, Павлу Борисовичу и вот срочно пришедшего на помощь ему Владимиру Александровичу, чтобы они рассказали нам свое понимание идеальное и реальное. И причем я заметил по некоторым репликам Владимира Александровича, что он вообще не перепутывает там реальное и идеальное. Он уже усвоил, что есть реальное, а что есть идеальное. И это не укрылось от внимательного взора. Вот. Валерий Александрович, у вас никто права не отнимает выступить с критикой, с добавлением. Вот. И даже, употребляя вашу же формулу, что вы должны показать свое знание. Вы уже сегодня это употребляли, формулу. Ну, Константин Константинович, если у вас будет желание выступить в этом обсуждении, это будем только приветствовать. По поводу конечного, бесконечного. Да. Ну, мы послушаем сначала, товарищ. Да? Ну, надо Кирилл Лаверич начнет. А? Нет, Кирилл Лаверич начнет, а вы попозже. Валерий Александрович? Нет, Кирилл Лаверич. Нет. Значит, мы добрались до конечного и различили по конечному два момента. Предел и должествование. Предел как границу, которую переступают, и должествование как момент выхода за эту границу в иное. Вот эти два момента, они находятся в единстве. Гегель пишет, что в должествовании есть предел, в пределе есть должествование. Ну и, собственно говоря, предел, с одной стороны, ограничивает нечто, а с другой стороны, должествование выгоняет нечто другое, в иное, за этот предел. И вот получается, что благодаря этого момента, или на самом деле единство этих моментов, нечто выходит в иное. Получается новое нечто. Опять? Нет, подождите. Конечное выходит. Конечное выходит. А раз конечное выходит для себя, да, то вроде как оно выходит. Приходит к другому. Нет, не к другому. А что другое конечного? А что другое конечного? Тут это мы словами знаем, что другого. Ну как не знаем. Что это хорошо? Значит, раз оно выходит за себя, то есть оно себя отрицает. Да. Ну так отрицание конечного, это что? Добавьте отрицание это конечного, Кирилл Лаверич, не жалейте. Бесконечного, бесконечного. Нет, зачем без? Без это уже так, это вы красиво говорите. Неконечное. Вот неконечное, а неконечное это бесконечное. Вот теперь уже все получается логично, да? Да. То есть мы можем констатировать, что конечное должно перейти в неконечное или в бесконечное. И начинаем проверять, куда оно перешло. Да. Но первое, что мы обнаруживаем, когда мы это проверяем, то есть это у нас как бы висит эта проблема долженствования, которую провозгласил Валерий Александрович, что вот должно. Долженствование-то есть, оно же выгоняет конечное за что? За него. За это конечное. То есть к бесконечному. Выгонять-то выгоняет. Да, а он приходит, это конечное снова. Пока сначала приходит просто к иному. То есть мы сначала смотрим, правильно ли будет понимать, что если мы видим, что вот состоялся выход за эту границу, то вот то, что получилось, то и будет бесконечно. Да? Рассматриваем и делаем вывод, что нет. А раз нет, теперь мы уже выгоняем свое понимание, да, эту картину. То есть не надо ограничиваться тем, что переходом только конечное. Значит, так получается, что сколько бы этих конечных ни было, нету выхода за конечное. Да. Поэтому Значит, мы делаем вывод о том, что, значит, когда мы отрицаем, на самом деле, конечное, да, конечное должно в результате этого отрицания быть взято как ничто по отношению к бытию. Но только вот эту такую субъективную форму, когда мы отрицаем, лучше бы убрать. Отрицая. Когда отрицает конечное себя. Конечное, да. Конечное в себя, оно должно, оно становится ничто по отношению к бытию. И вот в качестве, значит, мы кто я что? Кто как ничто по отношению к бытию? Вот когда мы будем отрицать конечное, конечное должно выступить как, ну, не бытие, хорошо, как ничто. Ну, не знаю. С одной стороны, а с другой стороны, мы же знаем, что конечное — это некое отрицание. Чего? Бытия. Конечное является отрицанием бытия. Вы не забыли? Сейчас я вспомню. Если оно взято со своей монетной границей, граница есть его отрицание, вот это оно отрицательную природу имеет. Оно не бытие, а отрицание бытия. А вот второе отрицание, как отрицание отрицания, это уже тогда будет. Поэтому насчет того, что должно бесконечно выступить как отрицание, оно как отрицание отрицания должно выступить. А то есть тогда оно должно выступить как положительное. Нет, секундочку, конечное вот выступить как... Вот мы, если мы отрицаем конечное, то оно выступит как отрицательное, а вот то, что мы получим, выступит как положительное, как бытие. Почему и оно вот... выступит? Оно и так есть как отрицательное. Оно воплощенное отрицание. Оно уже не... Я не очень понимаю, почему. Конечно, как непонятно? Воплощенное отрицание. А нечто есть благодаря своей границе. Ну, да, есть. Раз благодаря своей границе, оно и есть в своей границе. И что? Оно есть в своей границе отрицания. Но граница... оно есть, а оно бытие, значит, что... Не торопитесь. Как? Граница — это что? Граница — это определенность. А определенность — это что? Отрицание. Ну и что? Ну и все. Как что? Значит, граница — это отрицание. Нет, что ли, в конечном? Это мы не... А что это мы вдруг забыли? Это у вас, это потому что у вас сразу две мысли, а в диалектике так не бывает сразу две мысли. Это надо две головы иметь. Это у вас две головы, у меня одна. Конечно, это нечто, взятое со своей границы, имманентное. Раз взятое со своей имманентной... Нечто, это как что? Как вы понимаете, имманентное? Имманентное — это... Присущее, внутренне присущее. А внутренне присущее, то есть она, так сказать, она воплощенное нечто. А не такое, что есть нечто в бытии, а в нем еще как это прячется. Это было в наличном бытии так. В наличном бытии было бытие, а в нем не бытие. И вы это представление дотащили до определенного нечто, до определенного наличного бытия. А в определенном наличном бытии этого нету. Они же находятся в единстве. Уже нельзя сказать, что... Почему вы говорите, что они отрицание? Я говорю, потому что это определенное наличное бытие, это отрицательная природа нечто. Потому что нечто его определенность пронизала. Вот вы не случайно рассматривали нечто иное, потом границу. Вы в определенном наличном бытии ухватываете здесь только определенность, а про наличное бытие вы почему-то забываете. Почему вот так получается? Имею право. Почему я имею право? Потому что это не логический переход, надо как-то обосновать это. Почему мне обосновывать? Это логично то, что я говорю? А то, что я говорю, тоже логично. А то вы-то потом, вы-то другое говорите. Но для того, чтобы это вывод какой-то сделать, нужно какую-то линию провести, логичную. Я логику тут нарушаю. Вы-то как раз отстаиваете, так сказать, некий регресс. Настаиваете, вы изображаете нечто так же, как наличное бытие. Вот вспомните переход к наличному бытию. Снова бытие, спокойное и простое, а в нем есть становление, а в становлении есть ничто. И вот это ничто в этом наличном бытии – это определенность. Вы вот с таким представлением это продолжаете рассуждать. Как будто бы в этом есть такое бытие, а в нем вот неправильное понимание вообще это и самое нечто. В нем исчезло разделение на бытие и определенность. Исчезло или нет? Исчезло, я с этим не спорю. Ну, раз оно исчезло, так раз оно исчезло, новенькое — это что? Что исчезло, то есть новенькое то, что его пронизало теперь насквозь, это самая определенность. Оно получило отрицательную природу. А вы все со стареньким, у вас отжившее, отсталое представление, связанное с вашим большим возрастом, а у меня молодежные представления. Я вперед иду, а вы держитесь за отжившие, отсталые. Не знаю, товарищи сурово смотрят и одновременно на вас и на меня. По-моему, они хотят осудить всех, кто на эту тему затеял спор. Вот это вот говорит о том, что надо еще осознать. Потому что вот Гегель на эту тему много пишет, что а поскольку речь идет об отрицании этого конечного, вообще-то конечное, оно предназначено к концу. И вы это не осознали, он и в этом пишет, Гегель. Предназначено к концу, то есть ему конец. Конец ему, оно отрицательное. И отрицает еще и себя. Отрицательное себя отрицает. И вот и появляется такое чудо, как оно, поскольку отрицается конечное, то отрицание конечного – это бесконечное, а отрицание отрицательного есть положительное. Из-за того, что это положительное, вот вам все это понравилось насчет реальности бесконечного. Как тогда вы выведете реальность бесконечного? Никак тогда вы не выведете. Реальность бесконечного только на том и строится, что бесконечное есть отрицание отрицания, то есть позитивное, утвердительное, то есть реальное. А конечное, хоть вы и не хотите с этим соглашаться, но в прошлый раз вы соглашались, я на это обращаю внимание, что конечное выступает просто как отрицание этого самого бесконечного, которое реальное, как отрицание реального, и поскольку мы ему не можем дать слово реальное, приходится давать ему противоположное слово, противоположное к реальному или отрицание, так было, но это было бы повторение. Оттуда, но вот отрицание этого, но из-за того, что здесь это самое бесконечное тоже в себе содержит конечное, а не такое бесконечное, которое висит бесконечного, а такое бесконечное, которое содержит все конечное, то вот отрицание этого, отрицание, вернее, этого бесконечного есть идеальное. А иначе, тут никак вы это не получите. То есть вот это надо учесть, что уже, ну, когда еще было наличное бытие, потом определенное наличное бытие, а когда уже мы имеем конечное, то это шло развитие отрицания все. А бытие-то остановилось, оно мертвое. Когда нечто мы получили, оно... Когда получили, было просто оно определенное наличное бытие, а дальнейшее развитие нечто. Не когда мы его получили, а развитие нечто. Развитие нечто, конечно, мы этот шаг-то ведь не должны были учесть, что оно нечто взято с своей моментной границы, в которой нечто нет. Не только есть оно в своей границе, но появилось еще другое утверждение, что еще в этой границе его нет. Его нет. Есть такое утверждение? Есть такое утверждение. Так вы сейчас рассказываете про то, что его нет, про бесконечное. Я на эту дорогу тоже встал, вслед за вами, пошел за вами, а вы взяли и куда-то назад пошли. То есть надо вот эти такие простые утверждения вроде такие, что ну, вот нечто есть в своей границе. Есть в своей границе. Она уже где? В границе оно есть. В границе. А граница какую имеет природу? Положительную или отрицательную? Вот нечто уже целиком с потрохами находится в границе. Вот слушайте, нечто есть в своей границе. Вы почему-то забываете про то, что его нет в своей границе, оно есть в своей границе. Нет, сначала его есть в своей, когда оно есть в своей границе, это вот то, что вы рассматриваете как что оно бытие. Оно есть-то в границе, оно поглощено этой границей. Граница все его пронизывает, оно все стало отрицательной, природа получила, идет к своему концу. Нечто есть в границе, я вот в отрицание попал. Я попал в отрицание, если я конечное. Нечто есть в своей границе. Не граница есть у него. А посмотрите, уже здесь другая картина. Нечто есть в своей границе. Так? Да еще и благодаря этой границе его еще и нет. Еще и добили его. То есть оно есть только в своей границе, в отрицании в своем. Оно есть только в своем отрицании, и благодаря еще этой границе еще его и нет. И еще второй удар. То есть оно вот со всех сторон отрицательная у него природа. То есть бытие еще не пропало, оно есть. Но оно этот уже теперь момент в отрицательном получился. Нечто есть в своей границе. Нечто уже чуть ли не момент отрицания своего. Правильно получилось? Потому что граница, она, так сказать, выросла. Она перестала быть чем-то там, только определенностью. Она вышла, она все пронизала. И она соединяет два нечто. Она вообще чихала на это нечто, между прочим. Она граница, между прочим, она претендует на границу между конечным и бесконечным даже. Ну, претендовать-то она претендовала, но ничего у него не вышло в этой самой границе, потому что переход за границу, просто выход за границу, не дает бесконечного, а дает лишь выход к еще другому конечному. А нужен выход не к другому конечному, а мы совершаем этот уже переход. Еще через одно отрицание. Мы отрицаем этот выход, потому что должен быть выход за к отрицанию конечного, а получился выход еще к одному конечному, потом еще к одному, потом еще к одному. И даже если возьмете эту бесконечную цепь конечных, все равно они не дают выхода к бесконечному. Это все конечное, конечное, конечное. Много-много конечных. Ну, в общем, это вот, значит, такое место, которое просьба всех внимательно еще поизучать и подумать. И это, в общем, получается тоже интересно, потому что здесь какого-то... Вот каждый раз, когда читаешь дальше, ты вот наконец ты думаешь, наконец все понятно, и я вот по накатанной дорожке начинаю, и она уже другая. Она каждый раз другая. Потому что здесь определенность другая, граница не такая определенность, которая была. Та была не бытием в бытии, там точно была, она моментом была в бытии, причем вторым моментом было бытие, целое что было? Бытие. Бытие, а момент? Так какое было противоречие? Противоречие между целым и его моментом. А этот момент целого не составлял. А вот когда эта граница вышла наружу, когда эта граница, которая есть одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, это нечто уже не может поглотить эту определенность, потому что она соединяет два нечто. Уж точно еще и другое. То есть если даже вот это, так сказать, забрало, и никак ее забрать уже нельзя. Хоть там есть и в себе бытие, и бытие для иного, но... Вот это бытие для иного выводит ее, в конце концов, к иному. И это уже не бытие для иного, а уже переход к иному. И есть качественное инобытие. Качественное инобытие, то есть качественное иное. То есть становление уже появилось. А в становлении есть два нечто. А раз есть два нечто, значит нельзя и это отрицание отнести только к этому. К определенности только этого нечто. То есть это отрицание в известном смысле. Оно выше, оно... А вот нечто выходит уже и ниже, потому что нечто, оно теперь, если изолировать его от этой границы, то оно с иным уже как бы и не соединяется. Оно соединяется только через границу. Граница, она их и соединяет, и разделяет, она вообще, она тут самое главное. Вот это, по-моему, надо осознать, что она тут самое главное. Она, вот это следующий шаг, мы перешли от нечто к рассмотрению границы. В границе нечто есть, в границе нечто нет. И эти моменты... В конечном нечто, граница главная, да, получается? А? В конечном тоже как бы граница главная. В конечном. В конечном, только в конечном. А в бесконечном нет границы вообще. Вот в чем штука, что раз мы выходим за границу, поэтому действительным отрицанием теперь конечного должно быть отрицание и вот этой границы. Потому что, как мы выяснили, граница только переводит это конечное к другому конечному. Граница отрицательная, она уже поглотила это самое... Она гонит его к концу. Почему конечное? Вот в этом смысле еще конечное. Не только в том смысле, что это вот просто отрицание, а это еще и, так сказать, она, как он говорит, выводит к концу это конечное. Конец ему дает эта граница. Раз дело дошло до границы, то конец конечному. С одной стороны, эта граница нечто, но зато она и конец конечному. Вот, она отрицание. И именно поэтому... Когда мы вот этот делаем логический такой шаг, мы берем всю эту цепочку конечных, у нас остается еще одна возможность. Вот вспомните, как мы делали, когда мы получили иное есть иное. Мы брали нечто, потом значит, брали иное, брали нечто по отношению к иному, брали иного по отношению к нечто. Все исчерпали, все их соотношения. То есть нечто брали, а соотношение друг к другу брали, а вот иное по отношению к самому себе не брали. И тут сделали. Мы вот здесь попробовали, так сказать, вот то, что вы сказали, просто отрицать. И мы это тоже исчерпали, и осталось одно понимание этого бесконечного. Не просто как еще одного конечного, а отрицание конечного вообще. И тут-то, вот тут-то мы и на что опираемся? На то, что это теперь нечто есть в... своей границы, а граница отрицательная, природа имеет. Это уже отрицание. Значит, вот получается утверждение. Получается утвердительное и бесконечное. Но оторваться от конечного оно не может. Поэтому оторваться оно не может. И поэтому в бесконечном есть конечное. И истинное и бесконечное – это единство конечного и бесконечного. Но какое единство? Как бесконечное, в котором есть конечное. А не как конечное, в котором есть бесконечное. Потому что которое конечное, в котором есть бесконечное – это лишь момент конечного. И этот момент называется… Вот давайте обсудим теперь вопрос, как реальность и отрицание, Павел Борисович. Вы против реальности? Я не смогу. Ну, Владимир Александрович согласен. Но вы не против диалектики? Нет. Я просто не понимаю. Хорошо. Главное, чтобы это отрицание не было таким бесконечным. Так, Владимир Александрович. Получается, у нас истинное бесконечное – это… Громче, пожалуйста. Нам нечего стесняться. Это бесконечное как целое и имеющее своим моментом конечное. Да. А между конечным и бесконечным есть граница? Между конечным и бесконечным нет границы. А почему? Между конечным. Раз оно в конечном там сидит, оно же со своей границей, почему нет? Она снялась при отрицании. Мы же ее отрицали. Это во-первых, а во-вторых, граница определялась, как одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. А нету тут двух нечто, поэтому нет, вот она в этом смысле и снялась. Нету, она не подпадает под это определение. То есть конечное само выступает, ну, нечто, чем-то вроде этой границы бесконечного, чем-то вроде, в том смысле, что это момент отрицательный, но она выступает определенностью, а границы уже не выступает. Вот видите, в чем разница? В конечном определенность отрицания дорастает до границы, а в бесконечном конечное является отрицательным моментом бесконечного, а границей, граница не приходит, не становится. Наоборот, оно красиво. Мы называем это конечным, потому что конечное. А мы не называем, мы называем идеальным. Вот, тогда вы говорите, что сразу идеально. А вот вы нас потребовали, мы сразу согласились. Сейчас же все блага носят заявительный характер, Кирилл Лаверич. Ну, красивое название. Ему осталось красивое название теперь, за то, что оно теперь уже не как бытие рассматривается, а как отрицание, правильно? То есть полный переворот произошел, так сказать, в представлении на мир. Если раньше мы все это развивали, это бытие все развивали, там с определенностью, раз добрались до конечного, а потом оказалось, что это все отрицание. А действительно это утверждение, действительно утвердительное, это бесконечное. То есть правильный взгляд на мир – это бесконечное, в котором есть момент конечный, конечное как момент. И этот вот момент называется идеальное. Идеальное. Вот надо только осознать. Идеальное. Красиво же называется. И надо осознать, почему так называется. Это в себе это что-то хорошее, возвышенное содержит, или вот прежде всего приниженное? Бесконечно. Это бесконечно. Получается, что приниженное. А по отношению к чему приниженное? По отношению к бесконечному. А бесконечное как называется? Реальное. Вот, реальное. А почему вы называете его реальное? Какое у вас основание его называть реальное? Не просто бесконечное, еще ему такое звание реального вы даете. Потому что это теперь… Вот оно это же вот поначалу, когда мы к нему двигались, оно просто выступало, что мы отрицаем конечное, и что-то отрицательное к конечному было это бесконечное. А теперь-то наоборот… Теперь это положительный момент. А теперь это оно не только положительный момент, положительный целый. Уже момент мы различили, так что… Да. Оно уже другое, ну, в смысле, в этом смысле оно другое. Оно уже другое. Истинное бесконечное содержится, но оно положительное с отрицанием в нем, то есть с отрицательным моментом, с конечным. И вот такое положительное с отрицанием, истинное бесконечное, мы называем реальное. Вот все реальное такое, так вот и устроено. Это же интересно. Это соответствует, это более правильное понимание мира, чем… нам казалось. А мы ведь когда шли, нам все казалось прямо так здорово, все хорошо, красиво. Вот этот дух возвышенного, который заключен в слове «идеально». Дух возвышенного Гегель принизил. Он там по-немецки написал. Вот Валерий Александрович давно это обнаружил. Да еще год назад. Это мне. Ты тыкали в лицо, можно сказать. Ему тыкали в лицо, а он тыкал мне потом, чтобы я это объяснил. И там два слова. Да. Поэтому это идеальное. Ну, в русском нету другого слова. А в немецком есть идеальное, как идеал пишется, идеальное, как идил. Да? Два и, двоя. А вот связь есть в алгебре, есть такая идеал, конструкция такая, в теории групп. Это как-то имеет отношение? Нет. Ну, дело в том, что там же просто вот название возьмешь, там пучки, например. Какие пучки? Причем тут пучки? То есть там просто чисто формально, как определили, так и будет. То есть там оно не выводится в этом смысле. Вы знаете теорему из теории групп? У нас вот гомоморфный образ группы, изоморфен фактор группы по ядру гомоморфизма. Нас натаскали до него. Так что уже и содержание уже не помнишь, но формулировка сидит. Павел Борисович, вам нравится такая картина? Вот, бесконечная, как реальная, и в нем конечная, как идеальная. Или оно возмущение вызывает? Нет, не вызывает. А... То есть вы одобряете нашу деятельность в этом направлении? Это во-первых. Во-вторых, вот это вот идеальная, ну когда говорят идеальная скульптура, идеальная картина. Что имеется в виду? А разве она идеальная, когда мы говорим? Мы же разговариваем о... Если ее вообще нету, она не идеальная. Мы же не говорим о том, что просто в голове есть. У меня говорит, есть идеальная там скульптура. Где она у тебя есть? А в голове. Ну, ничего у тебя нет. Только я хотел попросить посмотреть на нее, а у меня говорит, только в голове. То есть по-русски-то ведь тоже по-разному это понимается. Есть идеальное в смысле, вот это только вот идеализм, идеальное то, что там есть в голове. А когда мы говорим идеальное, Маркс говорит, что такое идеальный капитализм? Вот он этим пользуется, нормальный средний тип капитализма. Ну то есть он вот такой, какой и должен быть. У нас в этом смысле не идеальный капитализм в России, ненормальный. У нас вместо самовозрастания капитала самоубывание. Разрушается производство. А? Стоимость, ну да. Но с другой стороны, если учесть, что вообще-то империализм, то тогда надо капитализм брать не в одной стране, а в целом. А в целом все равно самовозрастающий. Он там душит, скажем, производство в России, а капитал-то надувается. В России лопается, а так надувается. Идет самовозрастание капитала. Так что в этом смысле капитализм у нас в мире идеальный. А вам что? А вам реальный коммунизм нужен? Или пишут, там машина в идеальном состоянии, продают бэушную. Да, в идеальном состоянии. Говорят же в идеальном, действительно. А машина в идеальном состоянии. Говорит, приходит покупать, машины нет. Говорит, так я вам сказал же в идеальном состоянии. И цену сказал, давайте деньги, и вот я вам расскажу, какая она. В идеальном состоянии. То есть на самом деле слово «идеальное», обратите внимание, в русском языке и в других языках, не только в немецком, и в русском, используется для того, чтобы конечное описать. Идеальная работа. Лучше уже не сделаешь. Ну, лучше уже не сделаешь. А хуже запросто. Потому что все-таки вот получается это конечное, но... В единстве бесконечное. Да. Как воплощение, как конечное воплощение бесконечного. Вот в этом смысле, надо сказать, как делаются математические модели. Хорошая математическая модель, не только математические, скажем, и модели ну, технические, или модели, допустим, деревянные там, для литья. Хорошая модель, она, когда она идеальная, когда сделана хорошо. То есть, когда она годится для того, чтобы она отображает это вот, то, что есть в бесконечном. Если она этого не отображает, она не идеальная. Ну как эту идеальную работу? Как вы понимаете идеальную работу? Работу, сделанную вами в голове, или работу, сделанную в жизни? В жизни. То есть вот эта категория идеального относится к категории жизни, а не к категории только вот головы. Хотя, когда мы говорим о идеализме и говорим идеи, если это только идеи, а воплощенная идея, если она хорошо соответствует идее, то она идеальная. Если она плохо соответствует, то она не идеальная, а барахло. Тогда уже это совсем другое. То есть мы убеждаемся еще раз, что то, что сначала кажется довольно странным, да, странное такое высказывание, как это идеальное, конечное и вдруг идеальное. Ну а какое еще? А конечное только и правильно брать. Вот мы тоже ведь в понимании конечного возвысились сейчас. Когда мы взяли его сначала, нам показалось, что его принижают. Ну что вот этот переворот его принизил. Было конечное, как самостоятельное, как бытие, теперь оно как отрицание. Но отрицание бесконечного. Хоть оно отрицание бесконечного, а тем самым оно и выражение бесконечного, правильно? Оно связано неразрывно с бесконечным, его невозможно оторвать от бесконечного. Вот если вам удалось создать такое произведение, которое невозможно оторвать от бесконечного, оно идеальное. А если вам такое удалось создать произведение, что вот вы выбросишь его, никто его не заметит, то это не идеальное произведение. Так у нас же не осталось, получается, конечного в отрыве от бесконечного. Почему это не осталось? Смотри раньше. И как обобщение, как такая категория, это называется нечто. Нечто. Оно еще в отрыве. Когда еще берется нечто, оно еще в отрыве. И последняя это его стадия, когда оно как нечто берется. А как только вы взяли конечное, ну уже все, пошел процесс. Ну раз конечное, значит конечное, его выгоняют сначала к другому конечному, но поскольку это не означает удовлетворение этого долженствования, его выгоняют вообще, потому что нечто есть в границе, а граница только и делает, как его уничтожает. Вот там у Гегеля нужно рассуждение такого рода, что оно идет к своему концу. Обратите внимание, совсем по-другому. К концу идет оно, конечно, идет предназначено к своему концу. Вот у нас занятие кружка конечное или бесконечное? Бесконечное. По природе своей они бесконечны. Если товарищи хотят поинтересоваться, сколько времени нужно изучать науку логики, ну я как тихоход могу сказать, что я ее изучаю 1968 года. Последние 40. Вот. И я могу вам доложить, что я начал понимать. Я вот ездил в Дивномыск, традиционно перечитываю. Вот я тут перечитал это место, о котором мы сегодня говорим в этой поездке, и третий том. И, наконец, понял логику вот этого всеобщего, особенно единичного, которую я рассматривал до этого формально, даже как в математике детской. Вот всеобщее, так сказать, то, что нашли, какое-то всем общее. Вот всеобщее потом, что то, что нескольким общее, это особенное. А единичное – это вот один уникальный элемент. У Гегеля совсем не так. Каждый из них выражает целокупность. Все. И особенно единичное. Потому что единичное – это всеобщее, просто представлено как единичное. Вот тот же самый мотив, который мы сейчас обсуждаем. То есть это конечное, как выражение бесконечного. А это единичное, как конкретно всеобщее. Конкретно всеобщее. Вот треугольник – это и фигура геометрическая, и конкретная фигура – треугольник. А просто фигура, она не обладает свойством вот этого. Но она абстрагирована от конкретных фигур, поэтому, раз она абстрагирована, то она с ними связана. Чем она связана? Отрицаниями. Если я абстрагируюсь от Валерия Александровича, первое, что должен сделать, должен от него отталкиваться. И тут же я к нему притрагиваюсь. Чем? Отрицанием своим. То есть некоторые думают люди, что если они вот что-то отрицают, они от этого избавились. Раз я сейчас отрицаю Шабасова, это я вот о нем-то сказал, а вас-то молчу, вас-то я не упомянул. Вот. Я еще раз отрицаю Шабасова, вот я второй раз его упомянул, а вас никто за вас голосовать не будет, потому что на слуху только одна фамилия – Шабасов. Поэтому эти толковые помощники Ельцина сказали, пускай вас там остановили и сказали, не надо это никого прекращать, то, что против вас выступают, и пусть выступают. Потому что если много-много будут говорить слово Ельцин, неважно, какое, что там будут про него говорить, пусть лепят, что хотят. И это способствует росту рейтинга. Что мы знаем на примере Сталина. Уж на Сталина уж столько навалили всяких отрицаний, что нынешнее поколение, вот, которое даже позже вот здесь сидящих находится, они вообще не хотят слушать никакие отрицательные вещи про Сталина. Вообще не хотят слушать. Потому что вот настолько тем самым, так сказать, распропагандировано высоко. Кто это сделал? Это мы с вами сделали. Мы тоже участвовали. Ну, наш голос тут не сильно громко звучал. А самое большое дело тут сделали люди, которые противники Сталина. Они вообще не пропускали ни одного слова. Я однажды, еще вот в самый момент этого перехода контрреволюционного, пришел лекцию читать в «Северную зарю». Только я рот открыл. Они говорят, а вот Сталин там это сидели, которые. Я говорю, слушай, да чего это надоело, куда не придешь? Сталин, Сталин, Сталин. Ну что вы все носитесь с этим? Дайте хоть где-нибудь побыть, чтобы не было этого фамилии. Не, ну вы против, но все равно, вы без Сталина не можете вообще провести ни одного. Можете помолчать? Ну и произошло-то в итоге, что Сталин стал исполинской фигурой, соответствующей своему, потому что это вот, произошло отрицание, отрицание. Фактически вот это конечное. Мифом. А? Фактически мифом. Да? Почему мифом? Он не... Ну, видишь, как вот. Это новые приемы, изобретенные в борьбе со Сталином. Миф. Сталин как миф. Не Сталин как отрицание, отрицание. Произошло отрицание этого конечного. И конечные эти отрицания почему должны были привести? К отрицанию этого отрицания. Они и привели ко второму отрицанию. То есть фактически люди, так сказать, вот, противники Сталина привели дело к отрицанию самих себя. И получили мы утверждение в итоге. Большой авторитет. Сталин как положительный. Да, Сталин как положительный. Телевизор, фильмы, у меня дома есть. Мы конференцию проводили по Сталину в свое время. Вместе с КПРФ, но КПРФ скрытно ее проводила. Фигурировал фонд Рабочей Академии, еще одно общественное объединение, которое сотрудничает с КПРФ. А видные руководители КПРФ сидели в зале и, так сказать, помогали, там содействовали. И наградили в том числе меня медалью Сталина. Я вот сейчас пришел на праздник, у нас был в университете, там наши дивились, так идут, Сталин, портрет, ну, медаль такая красивая, с красивым Сталином, и Жукова. Так, ну вот мы очень интересную с вами тему сегодня обсуждаем. Послушаем теперь мнение вот наших товарищей других. Ну, Павел Борисович уже высказал свое мнение. Он считает, что нормально и все идет. Он не возмущен. То есть вы не противник этого всего. Чего? Вот такого перехода. Нет, не противник. А вы, Константин Константинович? Вы о чем? Ну вот. А вы как вот этот переход оцениваете, конечно, бесконечно? Ну, как вам хороший переход. Хороший переход. Да. Вы-то себя рассматриваете как идеальное или как реальное? Вы себя рассматриваете как идеальное или как реальное? Себя? Да. Я реальный в идеальном. Ну, круто, вы завернули. То прямо предположено Гегелю, да? У Гегеля идеальный вариант. Ну, может быть, свои науки уже создаем. Ну, несите книгу, мы будем читать. Ну, надо начинать, наверное, не с этого, надо начинать с конечного. Тут вот еще одна мысль. Вот помните, есть у Ленина утверждение в книге «Материализм и эмпириокритицизм», что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Там, конечно, вот все люди делают упор на то, что она вот реальность, ее понимают в смысле этого самого, какой-то определенности, в смысле наличного бытия. А вот в смысле этого реально, это бесконечность, данная нам в ощущениях. То эта бесконечность познаваема. Раз она дана нам в ощущениях, это бесконечность, бесконечное бытие, которое познается. Бесконечное бытие, которое познается. То есть, оказывается, мысль Ленина еще глубже, чем... Да. Сначала... Да. А? Она глубже, чем многие думают. Ну, я эти коммунисты думали, наверное. То есть это не определение просто материи, а то, что материя может быть все, что есть, это материя. То единое, что есть. А это вот такое высказывание материи. Что ее не надо, нельзя брать ее конечным. Материю-то надо брать как бесконечную. И вот люди говорят, так вот, где конец этой материи? Вот вам не приходилось встречать такие вопросы? Про начало. Ну что, ну такое же не может, когда было начало. А с чего взяли, что было начало у материи? День, там же написано. Да, я понял. Тоже что-то было. До первого дня. Взрыв и книги не пишут. А кто придумал эти номера? А, номера дней до того, как начался первый день. Не было времени. А? До взрыва не было времени. Какого взрыва? Большого. Да это он большой, кажется, потому что вы маленькое пространство берете. В пределах всего мира это разве большой взрыв? Никто и не заметит таких взрывов. Таких взрывов могло быть бесконечно много. Да, ребята, до того додумались. Недавно прочитал, какой-то физик вообще пишет, что это все голограмма. Ну, весь мир это голограмма. Дальше не стал учитываться, но... Ну это что еще весь мир голограммы? Это то, что нам привиделось? Ну, субъективный реализм, да? Да, да. То есть это голограмма? Ну вообще голограмма это что-то такое как раз вот вполне. Это голограмма даже делают на деньгах там или на билетах, да? На железнодорожных. Так что если весь мир голограмма, а что, и билет у вас трехмерный, что вы волнуетесь? Что у вас билет не трехмерный, и вместе с голограммой он трехмерный. А двухмерных вещей у нас нет. Ну вот и нет. Поэтому голограмма. Если хотят сказать, что. Голограмма. Если хотят голограммы сказать. А? Ну голограмма как таковая, как оптическая иллюзия. Ну там же не. Нет, голограмма это просто там, поляризация фазы света, выставленная в разных точках пространства. Называется голограмма. Но объем-то нет. Может быть с объемом объемная голограмма. Значит, это фаза света. Свет-то тоже материален. Материален, да, конечно. Так что никуда тут не уходишь от этого, не убежишь. Да, про время. Это материальное или идеальное? Вот здесь тут говорили. Нематериальное и идеальное. Свойство у вас рост это материальное или идеальное? Владимир Ильич, рост у вас материальный или идеальный? А вес? Нельзя сказать. Рост, вес, нельзя. Идеальный. Про них надо сказать. Потому что пространство и время не существует отдельно от материи, как отдельные какие-то еще куски материи. Эта материя имеет, так сказать, такие характеристики время и пространство. Причем можно сказать, какие характеристики. Вот материя, взятая как в себе бытие, как равенство с собой, это что? Пространство. А материя, взятая как бытие для иного, которое переходит в иное, оставаясь, между прочим, самой собой при этом, да? Это и есть пространство. Время. Ой, то есть, извините, время. Вот и все. Но время придумано. Нет, что значит придумано? Не придумано. Нами. Нет, время не придумано. Так же, как и в себе бытие не придумано. Это познание. Это мы познаем, что в пространстве, у материи есть момент равенства с собой. Он теперь записывается только такими словами. Есть. Он и без нас есть. Есть мы, да и до нас был, и после нас будет. Момент равенства с собой. И момент неравенства с собой. Момент неравенства с собой – это время. А если вы вот как бы остановили время, в этот момент рассматриваете, что получается? Вот расположение всех частей, элементов, там, моментов, материи. Так что это ведь форма материи. Вот ваша форма. Ваш рост, ваш вес, все характеристики, они не существуют мимо меня. У меня есть шляпа, кепка, еще у меня есть вес. И что, я его нашел отдельно, так сказать? Некоторые не могут унести. Или у меня есть росточка, а еще у меня есть рост. Вроде исходные слова, да. Трость и рост. Трости я могу-то таскать, а рост вы можете отдельно таскать? Не можете. Вот точно так же, как некоторые люди думают, и некоторые так и считали. И в философии такое было, что мысль – это кусок материи. Мысль. Есть материя, как не мысль, есть мысль. Так? А вырабатывается она мозгом. Ну, как печень вырабатывает желчь, там, или желчный пузырь. Но это вот такие три философа известные, Бюхнер, Фохт и Молешотт. Они так и считали, что вот мозг вырабатывает мысль. А мысль как бы еще одна, так сказать, такая сущность отдельная. Это идеально. А на самом деле что такое мысль? Мысль – это свойство высокоорганизованной материи. Свойство. А свойство нельзя отделять от материи. В этом смысле сознание и мысль – это одно, потому что все-таки сознание. В этом смысле, да. Сознание. Идеально. Но мысль – это как элемент сознания. Выражение. Как выражение сознания. Михаил, это идеально. Ну, это нет. Владимир Ильич, идеально. Нет, Владимир Ильич, идеальная мысль. Существует только в языке, это уже не идеально. Она не может существовать просто так. А вот идеально, это, как мы выяснили сегодня, это конечное в бесконечном. Вот если вы, Владимир Ильич, записываете эти занятия, и в них нуждаются люди гораздо более широкого круга, чем вот здесь присутствует, и это факт. И это значит, что записи ваши идеальные. Там, хотите, так сказать, считайте, что я их принизил, сказал, что они нереальные. Хотите, считайте, что возвысил. Наоборот, в современном языке нереальные записи. Нереальные. То есть они идеальные в этом смысле. То есть они отвечают вот тому, что в чем есть нужда вообще, так сказать, в мире. Они просто есть нужда вот там у Шабасова, Попова, Кучука, Мордовина и так далее. Правильно? Вот почему Павел Борисович так сразу вот так высказался, что он не возражает, потому что он тоже смотрит на это как на идеальное. Дескать, давайте, кстати, вы сейчас вот тут разговариваете, а мне потом вывешивать. Это у него будет. А мы потом ему принесет, и сегодня же отдаст Владимир Дмитриевич. Вот. Не отдаст? Не сегодня. А, ну не сегодня, но отдаст он все равно. Вот так. А вот, кстати, насчет такого суждения, что мысли есть только в языке. Это вот вопрос поднимали даже в комментариях к последнему, прошлому занятию. Ну, поднимали и что дальше после этого поднятия. Вопросы вообще всегда подняты и все. Вопрос такой, что мысли не только в языке. А в чем? В чем вопрос? А еще и что это не, во-первых, это не вопрос, это уже попытка ответить на этот вопрос. Нет, ну, это, скажем так, отрицание этого суждения, что мысли только в языке. Ну, кто-нибудь доказал, это отрицание этого суждения, что мысли не только в языке. Хотелось бы посмотреть. Доказали это практикой. Кто это доказал? Какой практикой? С рождения глухослепых детей. Да ничего подобного. Я этот материал читал очень хорошо. Эта практика показывает, что ну, не нужно жалеть этих слепо-глухонемых. Вот что она показывает. Что пока их жалели, а вот они почему? Они слепые и глухие, а из-за этого они еще и немые, из-за того, что они глухие. Так вот, пока их просто кормили и жалели, вот, они никак не могли установить связь между другими людьми и вот этими людьми, у которых там здоровый речевой аппарат и мозг здоровый. А когда у них стали вот соску-то убирать, и таким образом установили с ними контакт. Обычным путем, только ну, одних учат там, языку жестов, а их научили языку вот этих вот убирания соски. И научили их. Это очень сильный был эксперимент в Советском Союзе. Причем тут то, о чем мы говорим, что мысль это в языке. Это язык такой, это все язык. Язык-то, может быть, английский, французский язык глухонемых. А вы у слепых не видели, какой язык? У нас, например, слепой сидел на занятиях на матмехе и все время щелкал вот, там все время такие на бумаге дырочки делали разного калибра и с разными очертаниями. Потому что он это и специальный язык для записи слепыми. А вот они себе. Потом они как читают? Они пальцами водят и читают. Но это язык. Вы о языке говорите, или о английском языке, или русском языке? Товарищи перепутали вообще конкретный язык и язык. Гегель говорит о человеческом языке. Все, что мозг делает своим, во все проник язык. Если он язык не проник никакой к вам в голову, вы ничего передать другому не можете. А раз вы другому передать не можете, это не мысль. То, что вы не можете передать, говорит, у меня что-то есть такое. Вот я пришел, у меня такое есть, такое, только я вам передать не могу. У меня, как у руководителя кружка, возникла необыкновенная мысль, но ее передать вам никак нельзя. Вот тут вы можете смело сказать, значит, ее и нет, дорогие товарищи. Потому что понять, и вот Гегель очень четко говорит, понять, значит, выразить в понятиях. То есть выразить в человекообразной форме, а не в форме, когда собака смотрит на хозяина, значит, такими глазами, что она его любит, перелюбит. И это не считает, что у нее мысль. Это во-первых. Во-вторых, эти товарищи, которые это пишут, они безграмотные в том плане, что они не читали гегельскую феноменологию духа, где он рассматривает, что есть три формы постижения мира. Постижение мира, не познание мира. Познание употребляется для постижения в понятиях. А одна форма – это религиозная, когда мир, так сказать, представляется фантастическим образом, как нечто на небесах существующее. Второе – это постижение в образах, то есть в искусстве. И там, скажем, может быть очень много языка, как в художественных произведениях. Про то, какая надвигалась гроза, можно вот столько написать. Но цель этого описания – создать определенное впечатление, чтобы вам страшно стало, сейчас что такое будет. А вовсе не в том, чтобы передать тут какие-то мысли, а образы передает. Поэтому, когда человек вот пришел в филармонию, и музыка его потрясла, то ушел Кучук с одними мыслями, Попов с другими, Шабасов с третьими, Мордовин с четвертыми, Кирилл Лаверич, Юрков с пятыми и так далее. Потому что мысли здесь никак не привязаны к этой музыке. Хотя есть программные произведения, но мысли композитора одни. Вот, например, все знают балет «Щелкунчик». Что это, думаете, балет про то, как щелкать орехи? Напишите комментарий там. Или вот «Пиковая дама», когда там такая музыка необыкновенная. Прямо это вот прямо музыка только изображает вот не конкретную эту сцену, да? Да ничего подобного. Она гораздо выше всей этой сцены. Потому что какие переживания там людей, которые слушают эту музыку, и там, как они отвечают, и как они отзываются в душе. Это постижение мира, постижение. И когда человек говорит, потрясающая музыка, то есть не нуждающаяся в никаких понятиях. Мысли-то тут никакой нету. Что эта мысль такая глубокая, что вас потрясло. Вот сейчас вас трясти будет. Эта мысль глубокая. Это тоже ведь фигурально выражается, потрясло меня. Или вы так видите, там вот человек сидит вдруг, сидит на концерте, вдруг начинает трястись, да? Не это же имеется в виду. Даже и в данном случае это тоже фигурально выражается, потрясло. Так что тут этот не проходит номер. Человек, который не может, не выразил в словах, это не может передать другим людям, значит, это не человеческое знание, значит, не знание. А какое? Собачье, кошачье, рыбье, рыбань. Она тоже, вот, наверное, смотрит, хлопает глазами и ртом шевелит. Она не передает. Ну, опять же, что получается слово в расширенном понимании? Да. Нет, ну, не в расширенном. Почему в расширенном? Ну вот те же слепоглухие и немые. Почему в расширенном? Их с ними-то установили контакт. Словами, записанными специальным образом. Словами, конечно. А вы шифрованием никогда не занимались? Там что, там написано так вот прям буквами? Ну, чтобы начать понимать, что это слова, это же надо еще какой-то... Да, вот это надо. Вот пока этого нету, нету и понимания. Как только установилась вот связь, когда удается с помощью там вот, движения точки «да» или «нет» сначала установить, вот, один раз или два раза, как азбука Морзе. Точка или... Это вот те разные два слова, то есть два знака. Если вы сумеете этими знаками выразить слова, то значит получится понимание, не сумеете, значит не получится. Вы тоже решите еще, на каком языке будете устанавливать слепоглухонемую связь, на русском или на немецком. С ними на русском установили, между прочим. Или не заметили, что на русском? Ну так а что? А в чем дело тогда? Потом один лекции читал. Нет, так это понятно. Так в чем проблема тогда? На русском языке? А эти люди, которые... Начали-то не с русского, начали с... Как не с русского? Это иначе с русского. А вы когда с чего начинали? А, Б, В, Г, Д. Азбуки, Веди. Как не с русского? С русского. Просто даже не знал, как не начали с русского, когда закончили русским? Это русский. Если вы закончили русским, значит начали с чего? Потому что результат есть развернутое начало. Так? Владимир Александрович. А начало есть неразвитый результат. Ну, как вы понимаете, начало, с чего начали? То, чего получили, с того и начали. Только в неразвитом виде. В неразвитом виде русский язык. А в неразвитом виде это А, Б, В. Можно просто получать. Да. Но нас хотят отвести от великих проблем. Идеального и реального. Это, во-первых. Во-вторых, это великая проблема, состоящая в том, что через 5 минут занятие закончится. Значит, нам надо договориться в отношении следующего. Ну, как показывает обсуждение сегодняшнее, надо бы это место всем перечитать. Это место перечитать. Вот. А я хочу сказать, что вот мы в следующий раз должны наметить какой-то дальнейший путь. И о нем можно уже сейчас сказать, почему нам нужно это перечитать. Потому что дальше получается, если есть только бесконечное, и больше ничего нет. Не в том смысле, что его вообще нет. Его нет за пределами этого бесконечного, оно в бесконечном. Правильно? То есть всякое конечное есть. Бесконечного предела нету. А? Бесконечного предела нет. Бесконечного нет предела. Поэтому и за пределами нет. Нет предела. Вот. Совершенство у нее. Вот поскольку вы не хотите сказать, что дело это вот изучение науки логики бесконечное. В известном смысле, да. Но конечно, зато у нас уже есть идеальное. Но идеальное у нас есть уже. Идеальное есть у нас, вот, у участников кружка есть. Мы достигли идеального. Но это разве мало? Другие еще мучаются с реальным, а мы уже идеальное имеем. Как? Кодечное выражение бесконечного. Это же вот, так сказать, ну, это выражение человеческого духа, и вот это произведение подытоживает развитие философии за 2000 лет. Когда начинают люди, к нему есть длинная дорога. Вы прочитайте все работы, которые записаны за 2000 лет, вам будет понятнее. Московский товарищ так и делает. А? Московские товарищи так и застревают, что они умрут и не дойдут. Еще на Аристотеля, кстати. Не умрут и не дойдут. Что-то они сразу начали. Вот. Да не поздно, надо еще туда, за Аристотеля. На самом деле, вот в чем гениальность этой работы? Гениальность этой работы, что она подытожила, не в смысле того, что она перечислила, а в смысле того, что она каждую философскую систему поставила в связь с общей картиной, с общей системой диалектики, и у каждой указано ее место. И специально по поводу критики Гегель говорит, что критиковать это не значит отвергнуть. Вы себя поставьте, говорит, в поле действия этой системы и покажите, что вы выше этого дела. То есть надо указать, какое место этой теории, не просто она неверна. Что значит неверна? Она что-то отрицает. Раз она что-то отрицает, значит она что-то выражает. Это некоторая определенность. Поэтому покажите место каждой философской вот этой системы в общей системе. А почему Владимир Ильич там вот в своем конспекте пишет, что Гегель угадал эти переходы там между категориями? И он подчеркивает, именно угадал. Как-то вот... Угадал. Не всем же дает. Что значит угадал? Они может сделать, получается, что это случайность какая-то. А вот вам вот написано уже, попробуйте вы угадать теперь переходы. Вам тоже приходится угадывать. Это понижение Гегеля получается, как он угадал. Что? Что значит угадал? Он же логично делает переходы. Это значит, что вот написано вам, а вы никак не можете угадать. Ленин, видимо, тоже. То есть, не, но вначале это писал сам. То есть почему угадал? Потому что правильно понять даже то, что написано, тоже оказывается трудно. Поэтому, можно сказать, и угадал. Ну как? Вот как этот правильный... Вот смотрите, пожалуйста, как теорема доказывается математически. Одни доказали, другие не доказали. Как вот человек первый раз доказал теорему? Тоже угадал. Так попробовал, так попробовал, так попробовал, так попробовал, это попробовал, это попробовал. А некоторые теоремы, как Ферма прогласил, и не доказали. И заставил мучиться людей. Все люди мучаются. Ферма. Ну все уже, да, но сколько мучились-то. У нас фирматики приходили, их встречали первокурсники, их представляли, что они профессора, и разбирались с этими. А те приносили тетрадки, заполненные всем, исписанные и так далее. Тоже мучились, страдали люди с этой теоремой Ферма. Вот, так что угадал. Ну, с одной стороны, он с другом, вы одно вот место взяли, а почему вы не взяли специальную работу Ленина, посвященную этому делу, гегельской диалектики, о значении воинствующего материализма? Вы должны взять в радиозном виде то, что писал. Почему вы противопоставляете более ранние произведения Ленина, более поздним, более зрелым? Это правильный выход сделали логически? Даже в начале конспекта у него мысли отличаются от того, что он пишет в самом конце. В конце он вообще говорит про материализм, а это что-то материализм больше, чем идеализм и прочее. Да. А потом он пишет, что вот, умный идеалист лучше глупого материалиста. Имея в виду вот роль в развитии философии. Можно вообще представлять себе, вот можно представить себе материалистическую философию, если лишить ее вот диалектики, что она будет представлять? Все фейербаховский материализм, только отражение и все. Она недейственна будет. Да? Нет, поэтому уже ни о каких угадываниях он, наоборот, надо, говорит, истолковывать материалистически на примере всей истории человечества и техники, естествознания и общества в том числе, говорит Ленин в статье. Вот, можно сказать, что это его философское завещание, потому что после этого он никаких философских статей не писал. Он только высказался по поводу того, что, по поводу Бухарина, что вот он считается теоретиком, но никогда не понимал вполне диалектики, и поэтому его теоретические воззрения, теоретик, главный теоретик, с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. А он считается любимцем партии и теоретиком партии. У нас таких любимцев и теоретиков было очень много. И как-то они все обходились без этого. Поэтому и оценка примерно такая же, как Бухарина Ленин оценивал. Так что тут вот насчет угадывания. Ну, написал человек в конспекте. Он же не думал, что Юрков будет читать. Он все для себя писал. А двоечники стянули и читают. А то, что напечатано, не в конспекте, не читают или молчат на эту тему. Это ко мне подходит один товарищ и говорит, историк, ну у нас же там институт истории, институт философии. Михаил Васильевич, а вот как вот Энгельс написал там по поводу России, что она реакционную роль играет, что она вообще там... Значит, сугубо, так сказать, такое государство и так далее. Как к этому относиться? Ну, как говорю, относиться? Не читайте письма, читайте работы. Где вы нашли в какой-нибудь теоретической работе Энгельса подобное утверждение в отношении России? Или у Маркса? Что за манера такая? Вытащить письма и противопоставить их теоретическим произведениям. У Ленина, например, говорится, никогда не печатайте мои выступления. Я еще ни разу не видел хорошего, так сказать, изложения моего выступления. Если есть такая вот необходимость, ну, делайте краткие отчеты, а еще лучше берите мои статьи и работы, которые я сам написал. И вообще это правильно. Никогда нельзя ставить знак равенства между письмами. Вот, и прочим. Например, у Ленина есть такие записки, что нам или высказывания. Нас всех надо вешать на вонючих веревках. Вот. Или, значит, это расстреливать из пулеметов. Ему кто-то потом говорит, а вот вы же сами говорили. Он говорит, ну мало ли что может человек сказать, вот при такой тяжелой работе, замученной этой тяжелой работой, что вы это дело выхватываете? Ну это нельзя же буквально-то понимать, что нам надо нас вешать на вонючих веревках. Энгельс и Маркс говорили о переходе Центра международного рабочего движения в Россию. Как-то так. В том-то и дело. Поэтому выхватывают какие-нибудь противоположные вещи. И так далее. Надо покопаться в письмах тут наших участников, не найдем ли каких-то высказываний типа, что опять пришлось идти на этот кружок, чтобы они все сдохли. Со своим Гегелем. Потом их И если кто-нибудь в сердцах, когда он раз читал, два читает, три читает, проклинать начинает и кружок, и Гегеля, и все вместе, и все на свете, ничего удивительного в этом нет. Через это надо все равно пройти, переступить. Так, значит, к следующему разу надо это еще раз прочитать все. Вот, может быть, мы еще раз это повторим, потому что это интересно. Это интересно, и как выяснилось, что вот тут есть некоторое новое понимание, куда мы пришли-то. Что вот это вот понимание конечного не просто как нечто. Вот нечто взяли с границей, как будто прибавили эту границу и прилепили, а она стала все тем же самым. Нет, нечто взятое с имманентной границы, это идущее к своему концу. Это уже не нечто, это нечто умирающее, в становлении находящееся, правильно? В прихождении. Нечто, находящееся в прихождении, вот что такое нечто, взятое со своей имманентной границы. Но это не просто прихождение, а переход вот бесконечный. Так, ну вот, а в следующий раз, значит, последнее занятие проводим. Ну и кроме того, значит, немножко снова поговорим о том, почему нам важно на этом остановиться, потому что если это бесконечно и границы нету, то нету, кроме бесконечного ничего больше нету. Поэтому это теперь категория будет называться, как? А? Нет, нет. Для себя бытия. И она ничего, для чего другого не может быть. Для себя бытие. Вот, скажем, если будет товарищ Кучук только делать все только для себя, для себя бытие, его назовут эгоистом. А класс? А классы только и могут делать для себя. Было бы странно, если бы класс, допустим, рабочий класс, боролся бы за интересы буржуазии, а буржуазия боролась бы за интересы рабочего класса. То есть одно и такое же понятие для себя бытие, примененное к классу, вовсе это не вызывает, потому что он на самом деле, вот рабочий класс, что значит для себя бытия? Значит, он бесконечный, он включает все это буржуазию, он должен ее, так сказать, как класс уничтожить, совершить социалистическую революцию, и вообще классы все уничтожить, поэтому он для себя бытия. То есть все моменты классовые в него, в его интересы входят и подвержены этому уничтожению и растворению, правильно? Поэтому в этом смысле вот рабочий класс из класса в себе превращается в класс для себя. А не так, что класс для себя что-то делает, больше он знать ничего не хочет. Ни колхозного крестьянства, ни интеллигенции, ни медиков. А вот буржуазия, она в эгоистическом смысле класс для себя. То есть она себе там найдет врачей, и учителей, и идеологов найдет. А все остальные, так сказать, ее мало волнует. Поэтому, скажем, хорошее образование, магистратура для богатых и для тех, у кого денег поменьше, вот вам есть бакалавриат. 4 года поучились и вперед. Лучше 3, конечно, но это еще впереди. Посмотрим, как будет получаться. А то и так уже орут много. Пусть пока 4 года. Ну что, на этом мы закончим сегодня. Спасибо.